Всем привет! Приветствую вас на моем канале. Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Пришло сегодня несколько посылок. Сейчас мы с вами их быстренько вскроем и посмотрим, что там такое. Первая посылочка. О, так, это у нас немножко не из RC хобби. Это у нас адаптер. Адаптер для телефона с поддержкой быстрой зарядки 2.0-3.0 для телефона. Вот. Упаковочка, в принципе, неплохая. Сам выглядит тоже очень достойно. В принципе, упаковки нам не нужны. Вот. Все автоматическое. Вот. Quick Change 3.0. Так, значит, что у нас по мощности? Обычная зарядка 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,6 ампера максимум. Вот. Ну, в принципе, характеристики хорошие. Будем проверять, смотреть. Вот такая вот заряночка. Упаковки все в мусор. Дальше. Следующее. Так, вот. Это у нас... Это у нас мотор-редуктор. Не знаю, для чего взял. Вот такие вот моторчики. Пластиковые, скорее всего, шерсти, они внутри. И вот трубочка выходит, она крутится. Крутится и под М3 болт. Грубо говоря, можно что-то сюда прикрутить, и чтобы у нас зафиксировалось, крутилось. Вот. Не знаю, увидел такие, подумал, может быть, куда-то для какого-нибудь проекта пойдет. Хотел посмотреть. Стоимость каждого там в районе 100 рублей где-то, вот так вот, не больше. Так, два редуктора. Так, и еще одна посылка на сегодня. О, здесь у нас она отслеживалась единственная, а здесь у нас колеса для нашего проекта в двух пакетах. Резать боюсь, чтобы не прорвать. Так. Вот они колеса. Ой, хорошая, мягкая вообще резина. Так, это резина из кит набора C34 VPL C34. Так, их у меня 2, 4, 6, 8. 8 штук. Вот два комплекта я заказал. Вот, два комплекта по 4 штуки. Почему, значит, два комплекта? Сейчас я вам расскажу. Эти колеса планируются для проекта КАМАЗ, который идет у нас, получается, гражданский. Вот, и получается, протектор у него будет не злой, а обычный. Вот я решил попробовать, может быть, вот на этих колесах будет хорошо смотреться. Вот, и, соответственно, сзади у нас получается, вот тут я ошибся, да? Сзади должна быть спарка, по два баллона. Надо еще было заказать. Получается, что на переднюю ось по баллону нету. Ладно, давайте посмотрим по размерам. Если что, сейчас еще надо будет один комплект заказать. Что-то я этот момент упустил. Надо было три комплекта заказывать. Вот, резина вообще классненькая, мягенькая такая. Диски потом тоже куда-нибудь на какой-нибудь проект пойдут. Штамповочка такая интересная. Так, ну давайте возьмем КАМАЗа и прикинем к нему.
Ну что? Вот такой у нас КамАЗ. И смотрим, как сюда подойдут эти колеса. В принципе, очень даже неплохо размер колеса. Но если не сжимая 72 миллиметра, вот, надо попробовать, значит, штатное колесо взять КамАЗовское размер и посмотреть, значит, на его размеры, подойдет или не подойдет. Ну и давайте легонечко прикинем, как будет смотреться. Значит, задняя спарка. Ну вот, если к заду прилаживать, то вроде и ничего, а вроде и чуть-чуть великоваты. Ладненько, посмотрим, значит, подсоберем и проверим, как это будет смотреться. Возможно, очень хорошо будет смотреться это на КрАЗе. Может быть, мы его будем делать не военного типа, а гражданский какой-нибудь самосвал. Ладно, глянем. Вот такие вот быстренько посылочки, беглый обзорчик. Так что следите за новостями. Без мини-распаковок. Канал тоже не канал. Вот, чтобы хоть, может быть, немножечко между делом рассказать. По моделям работа ведется. Вот, но времени маловато, поэтому видео выходит очень редко. Сейчас вот немножечко начали приходить посылки, соответственно, что-то будет делаться и какой-то видосик будет дополнительно пилиться. Вот. Можно взять и попробовать вот эти моторы прям приладить сюда. В принципе, будет очень смотреться неплохо, потому что у КамАЗа у него реально редуктора кверху мосты смотрят, лежа лежат. В принципе, они сюда подходят, так что можно будет попробовать запитать, может быть, они два будут классно сюда подходить. Так что глянем, не знаю, пока что проверим, что и как. Ну все, спасибо за просмотр, пока.